Всем привет! Меня зовут Виктор, а это старт новой рубрики «Обзор серверов DAZ». В этой рубрике что я буду делать? Буду заходить на малоизвестные сервера, сервера, которые находятся в самом низу рейтинговой таблицы, на которых нулевой онлайн, где онлайн минимальный, и буду на них играть и говорить свои впечатления. Озвучивать свои впечатления. Сразу хочу сказать, все, что будет говориться, это чисто мое мнение. Это мнение субъективное. И воспринимать его как должное не стоит. Ориентироваться на него не стоит. А говорить я буду все, что думаю. Это не реклама. Никто мне за это не платит. Просто решил вот запустить такую рубрику. Сегодня первый сервер, с которого мы начинаем, называется он Zephyr Cherno PvE. Вы, наверное, он видите, окошко всплыло. Там есть контакты, данные, да, кому интересно, если, может быть, тоже тут поиграете. А я же хочу понять, почему, что здесь будет. Непонятно, конечно, чем у меня персонаж вот так вот выглядит. В охотничьей куртке, с оружием, то есть уже с автоматом. Довольно странно, как-то. Ну, может быть, это просто как-то так отражается. Ну, с заставкой создатель не стал заморачиваться. Она такая, походу, стандартная, да? Так, чё? А, не, смотри, серьезно, он так у меня выглядит. То есть у него есть кам. А, у него есть кам. Но кам без магазина, да? А, даже с магазином. Подожди, а где тогда? Я чё, блядь, дурачок? А чё за хуйня-то? Это я могу снять. Почему я магазин? Понятно. Слушай, ну как-то так вот прям... Блин, вообще непривычно вот так вот прям начинать. Что у меня сразу автомат. Нахера он мне, да? Так, это у меня там... Так, тут есть какая-то кумырна. Ну, кумырна это я знаю, где Зеленая гора тоже. Лебедев. Так, и вот что такое кумырна, Зеленая гора и Лебедев? Постараюсь сегодня, конечно, да, везде добраться. Я вообще где нахожусь? Я нахожусь от Березина. А, Светлоярск, да? Слушай, ну, наверное, будет по оптимальным решением. Так, кстати, что у нас тут? Оптимальным решением, думаю, будет... Бежать к лебедю, он ближе всего. Ну что, он ближе всего. По дороге полутаться, то есть проверить, что к чему и как. Пощупать. О, блядь. Смотри-ка, сталкеровские зомбаки. То есть причем просто ходят по городу. Ага, довольно интересно. Довольно интересно. Смотри, сразу в городе сталкеровские зомбаки. Так, стамина не заканчивается. Ну, только вот во время прыжков, скорее всего. Ударов, да? Ага. Стамина будет заканчиваться. Так, а что здесь есть? О, группа игроки. Ну, я единственный на сервере. Я единственный на сервере, поэтому помощи мне ждать неоткуда. Да? Никто на помощь мне не придет. Слышу косулю. Косулю слышу. Так,
Для ближней атаки. Ну давай хоть серп возьму для ближней атаки, потому что, ну блин. А чё, блин? О, кодлок. Ебать, а чё такое? Чё такой сочный дроп, батенька? Подожди, а чё? Так, шапка розовая. Ну давай оденем. Но у меня как охотничек эти должны быть теплые, да, лучшая, лучшая, высокая. Ну вот и вязаную шапочку розовую оденем. Хотя даже это не розовый, это сиреневый. Вон там какая-то другая есть, темненькая. А, вязаная шапочка с козырьком. Вот, давай я с козырьком одену шапочку. У нее высокое утепление, а у этой высокое утепление. Обе шапки с высоким утеплением. Же, это что, тачка в спавне? Такое чувство, что кто-то ее собрал. А чё она такая убитая, блядь? Её зомби расчепыжили. Колеса одного нет. Бенз на фул, радиаторы вода есть. Так, сразу хочу сказать, по времени, сколько будет длиться обзор, я не могу сказать. То есть мне хочется забежать на военки, пробежать по всем трейдерам, да. Ну, по крайней мере, понять, что такое Кумырна, что такое Зеленая гора, что там находятся за трейдеры. Находятся ли там трейдеры или еще что-то. Проверить силу зомби. То есть насколько они убиваемые. Возможно ли их убить? Так, ну вот у меня такое чувство, что вон там должен быть этот, химзона, корабль. Слушай, а он не под химкой. Корабль без химки. А чё... Так, обычный противогаз ходит, еще противогаз. Пока что я вижу только противогазы. Обычные. Такие. А чё я подобрал? А нахуя она мне? Create, создавать что-то могу. Well. Ну я просто воды могу налить и все, да? А, ну это скорее всего для колодца понадобится. Тут скорее всего можно колодец построить. Слушай, ну как бы... Вон там еще шарахается, да? Чудо ходит. Как бы даже похеру, я вот в него попал, ему как бы похеру даже. Он еще чухан ходит. Ага. Ну что могу сказать, что на звук они вроде сильно не агрятся, на звук они вроде сильно не агрятся, даже не знаю, это плюс это или минус. Ну, патроны 7,62 на 39, поэтому чё. Если не в голову, конечно, ожидать, что с первого раза он откиснет, не стоит. Так, это закрыто. Где-то еще кукуха. Поэтому надеяться на то, что попав не в голову, с первого раза откиснет зомбак. Контейнеры пустые.
батарейку возьмем. Батарейка нам нужна. А вот важна ли нам батарейка? Хер её знает. Дождевик на 20, ну. Пока нет, пока нет. Нет, я... Ну не за такие, не за такой пушкой я сюда шел, там за ппхой. И на, не за USG-хой. Хотя, слушай, вот там. Там уже открыто. Что, магазин ГК-шка. Ну, СГ-шек. Либо так заспавнилась она это. Как обычно там спавнится. Какое. Ну, оружие тут на корабле есть, по крайней мере. Че, вот. Блять, ну как бы в поисках оружия сюда идти. При том условии, что изначально дали автомат, ну как-то уже это. Надо в эту, в каютную. Так, а тут... Блин, ну... Нет, тут... Тут все равно никак не проберешься. В каютную часть. А, ну-ка, стой. Еще полимерное цевьё. СТГ. Чем стреляешь? Ну, по крайней мере, это не... Не USG-ха какая-то там. Под кольт. Ну, с пистолета я точно стрелять не буду. Блин, это тоже USG-ха. Хочется даже посмотреть, какие разновидности оружия есть. Целях ознакомления и просвещения даже самому. Тактические ботинки синие. Слушай, вот у меня на серваке такие ботинки это с химзащитой сделаны. Ну, это рация, да? Так, ну-ка, рацию сейчас мы. Где? Сразу батарейку. А, ну, что? Рация прям сразу с батарейкой?
Охренеть. Вот это удивили. Может, в рубке капитана, может, что тут будет? Путня. Это... Ёптить. Так, чё? Сыру. Кольт. А, значит, радио. Ну-ка. Там какие-то задания будут. Так, включить. Девяносто девять и семь, да, там? Доктор Легасов, кто-нибудь... А чё, мне надо ему ответить, что ли, что-то, или чё? Нет, тебя никто не слышит. Я только что получил, что командующий отрядами обороны Черноруссии генерал-майор Антонов не пережил свою инфекцию. И чё? Скидываемся на это? На похороны или чё? Так, это ППшечка, да? Ну, не буду я ее поднимать. Все у меня будет. Так, он был одним из офицеров советской армии в Черноруссии. Антонов сказал мне, что он потерял здесь более 2000 человек и никогда не откажется от борьбы с инфекцией, пока жив. Он заразился, охраняя жителей Электрозаводска. А, охрененно интересно. А что дальше-то, ну? Жители Электрозаводска, что дальше-то? Что там, квест какой-то? Ну, мне... Он спрятал кое-какое оборудование на кладбище Электрозаводска Норд, рядом с церковью. Я думал, что кто-то должен получить свое снаряжение. Он закопал его где-то рядом с могилами. Тебе нужна хотя бы лопата. Удачи. 31 минута, конец связи. Слушай, ну вот эта штука интересная. Я никогда с этой не сталкивался штукой. Но очень интересно прям. Вопрос только в том, что у меня нету лопаты. Тактические ботинки коричневые. Давай я их одену коричневыми, да? Одену коричневый, потому что, ну, у меня костюм коричневый и ботинки коричневые. Я сомневаюсь, что я найду себе какой-то синий костюм тут, да? Под цвет синих ботинок тактических. Всегда хотелось вот это вот, по рации там какие-то задания послушать. Опять ХКХ, да? О, перчи, это хорошо. Так, ну чё я... Так, боевые... О, еще жратва. Так, боевые штаны на тридцатку. Охотничьи... О, ну... Вы простите штаны. Боевые. Ну... Сами понимаете. Нужно место. Да? Нужно место. Нужно место. Ну, лады. Так, а вон то... Опа, там М-ка что ли? А, не, по-моему, это такая же беда, которую я только что подобрал, да? СТГ, СТГ, да. Ты не тронутая. И ты не тронутая. Ну, тогда я оставлю тебя. Ладно, пойдем. Думаю, я вряд ли здесь что-то еще прям найду такое. Опупенно-очешуенная, да? Я вот с этой стороны можно казармочки. О, ножик, кстати, боевой ножик. Вот по этой стороне пробежаться, да. Давай-ка все-таки пробежимся. Еще коричневые ботинки. Ой, блин. Знать бы, вот сколько вы стоите, да? Вот. Прелесть-то в том, что, блин, кобура. Ну, подожди, она же кобура под пистолет. Я пистолетом пользоваться не собираюсь. Тогда зачем мне кобура? Тогда зачем? Не зачем. Не зачем, правильно все. Куда кобура мне не нужна. Все, ладно, уходим. Так, а куда нам уходить? Это в какую сторону теперь? Было бы, конечно, проще, если бы можно было спрыгнуть с корабля.
Ну, нельзя с корабля спрыгнуть. Так. Давай вот сюда спустим. О! Тактический ремень. В принципе, на кораблике можно тут и более-менее приодеться прилично. Так, а здесь же... Электрозаводск. А, ну за 31 минуту я бы добежал туда спокойно. Там несколько километров, то есть мне бы этого времени хватило. Меня смущает то, что у меня нет лопаты. Вот что меня смущает. Отсутствие лопаты. И другое, с какой периодичностью передаются, сообщаются квесты здесь. Ладно, мы все равно к лебедю бежим. Похоже, дело к вечеру. Мне бы налобный фонарик пригодился. Тут, интересно, никаких нету этих там ночных. Ночных друганов. Было бы логично ее отключить. Чё? То есть здесь есть... Подожди, это что такое? Вот это вопрос. Это база там. Да? А, ну это лебедь или чё? Лебедь, рак. Это что такое? А, тут безопасная зона. Ну, значит, это лебедь. Значит, я все-таки к лебедю прибежал, да? Понятно. А там рядом база стоит, что ли? Блин, тут пожрать, что у тебя? Ну, тут есть, по крайней мере, бэхи. На вышках тут ничего нету. Ага, банкомат у этого есть. А есть начать старт? Чего? У меня 50 тысяч есть. Нихера себе. У меня 50 тысяч денег есть. Так, ну чё, я вижу тут экзачи, да? Трейды. За 50 тысяч я могу купить шлем с экзоскелета. Ага. Верхний модуль экзоскелета. Ну, это все знакомое. А это что такое? Экотайп. Странные эксперименты ученых. Так, это экзоскелеты. Радзона. Фильтр противогаза. Противогаз 200 рублей стоит. Капюшон химзы. Купить десятка, продать 2, 2. Так, а это что такое? А, деконтаминейшн шовер. Показывает, что я... 150 тысяч стоит. Так, это Гейгер. Слушай, походу надо это, да? Типа Гейгера какие-то счетчики, которые будут показывать. Что оружие, так, печенек 2-килограммовый, сколько, 300 тысяч, продать нельзя, да? Поврежденный АКМ, АА-12 это другой, Баррет 5 мультов. Ну, это знакомая нам пушка.
Не, ну в принципе цена 5 мультов. Ну, я не знаю, сколько тут что продается там, да? Это М98, ну тоже типа бар это. Выхлоп 6 мультов стоит. Скар 50 тысяч. Вот я могу сейчас просто купить себе скар, да? И чит. Так, ладно, оружие. Магазины. А, ну и что, я только скар могу купить. Патроны. Бочки. И чё? Фудбарл. Типа, по дому не... А, это бочки по классам, по видам, похоже. Угу. А, так, слышать тебя. Так, наклейки. Шевроны. Музыка. Так, тут приемники есть. А, и кассеты, да? Вендисос. Кино, лето. А, это с песни. А, такая. Ясно. Тут, короче, на кассете по одной песне. Прикольно. Нирвана. Smell like teen spirit. Угу. Вот оно что. Блять, а чё, как дальше-то листать? А, ну, сука, высветилось. Ладно, рация, тогда давай мы тебя отключим. Ты мне мешаешь. Ты мне мешаешь, все. Экзоскелет. А, я ж могу вот так. Лакшери GoPro. Камера и детектор отклик. Аномальной активности детектор. Его можно продать, купить нельзя. Музыка. А, ну все, в принципе. А, ну понятно, ну продать-то я тебе ничего из того, что у меня. А, и тут даже, кстати, тут нету вот этой кнопочки, типа там продать. И могу ли я что-то продать ему на самом деле? Вряд ли из того, что у меня есть, я могу ему продать. Вряд ли. Давай тогда напиваемся и поперли. Выпить, выпить. Ничего не могу я ему продать. Сейчас напьемся как раз. А, кумырно. Кумырно ближе Зеленой горы. Ну, с другой стороны, можно просто это килд сделать себя и где-то ближе к этим кумырник Зеленой горе очнуться. Чтобы ночью не бежать. Сейчас давай еще год на один сделаем. Все, хватит. Хватит с тебя. Жратвы у тебя нет, ничего у тебя нет. Из того, что у меня есть, ничего ты не покупаешь. Давай вот это посмотрим. То есть неужели, что, неужели вот так вот близко можно этого рота на пароли, да? Что тут? Автомобильный радиатор. ГАЗ. БТР. В смысле, я что, его взять могу? Это что за бред? Ну, это, похоже, какие-то солнечные батареи стоят сверху. Довольно интересно, кстати, довольно интересно. Солнечные батареи. И чё? То есть я серьезно могу вас взять? А, не, не могу. Тут написано, типа, могу.
Чё орал? У тебя ж ни хера нету. Сейчас посмотрим. Чё по свинье у нас тут? Сколько мясца достать можем? Нормально. О! Слышу диких кабанов. Свинка, плоть. А, типа плоть только и все? Ну-ка. Сейчас надо проверить, плоть агрессивная тут или нет. Нет, не агрессивная она. Пассивная. 4. 5. Откисло с 5. Свинка одного хватило. Блять, что-то у меня бег забаговался, походу. Все. Ага. Слушай, бег забаговался. Все, откис. Не отбаговался. Так, чё? Плоть. Блин. А, вон там. Я опоздал. Доктор, ты, наверное, будешь в шоке. Но я вообще не спешил. Если честно. Понятно? Сейчас еще хрякеры сделаем. Мне все-таки 9 километров бежать. Надо где-то будет. Пожрать. Блять. Чухан, сука. Напужал меня. Вон там еще какой-то затупок. Опа. Я какую-то херню от радиации нашел. Детектор радиации, походу. Блин, а как тебя взять? Ух ты, сколько места занимаешь. Черт побери тебя. Слушай, ну ты-то, наверное, мне полезнее будешь, чем фонарик, да? И что? Подожди, нет. Блин, давайте на тройку поставлю. И что? Включить. Это счетчик Гейгера. Я ни хера не понимаю, нахера он. А нахуя вот эта штука? Что такое К? Что она дает? Типа это буква, что ли, я ставить могу? То есть я могу... Интересно, блин, много... Кстати, нового, много непонятного, знакомого... Ну, незнакомого. Вот это, кстати, прикольно, прикольно. Что какие-то вещи, они прям так это... Как ребенок. А это что? А это зачем? А это для чего? Прикольно.
Опа, контролер, ёб твою ж медь. Блять, Витя, вот здесь-то мы и ляжем. Так, раз. От контролера-то мне точно будет пиздец. Да? А чтобы мне был не пиздец, мне надо хотя бы вот сюда встать. Ёпты мать. Слушай, ну прикольно, конечно, прикольно. Чё за... Блять, а чё вы такие жесткие-то, мужики? Вы чё, блядь, из титана или из чего сделаны? А? Парни? Ебать вас. А, так ты еще и айкаешь? Тебе больно, что ли, собака ты серая? А вон и этот бегает, смотри. Полудохлик, задохлик. Слушай, вояки жесткие, смотри-ка. Блин, тут. Ну, слушай, снорк экспериментальный. Лег с 5, по-моему, выстрелов. Но я боюсь, у меня на всех патронов не хватит. А вот еще один снорк экспериментальный. Так, ну, по крайней мере, они меня не достают, когда я на этой нахожусь. Блять, а там что за... Там этот носится, полудурочный. О, а ты кто такой? Ты кто такой? Уголь грузил, что ли? А? Ты уголь грузил, я тебя спрашиваю. Бля, забавно, ты айкаешь, конечно. Гоблин на этот носится. Злишься? Ага. Блин, они чё все бегают от меня? Ну, смотри, контролер, в принципе, неплохо лег. Выживший недавно сообщил мне, что медведь напал на моего друга Анатолий и убил еще дв... еще два. Слушай, ну контролера положил с этими штуками. Вроде нормально тогда должно быть. Я все еще не могу в это поверить. Анатолий был одним из лучших охотников в округе. Раз в неделю он приносил свежее мясо и скрытый лагерь, чтобы накормить выживших. Он никогда не был бескорыстным и старался сделать все, чтобы помочь. Он никогда не был бескорыстным и старался сделать все, чтобы помочь в лагере. Как понять бескорыстным? Без корысти. Он никогда не был бескорыстным, но... Давай, подойди сюда, помочи, ебать тебя. Сейчас обмочишься сам. В последний раз о медведи сообщили в лесу ближе Камышова. То вы задолбали разбегаться взад-вперед. У меня и так патронов мало, а вы еще... О.
Франкенштейн. Франк, дружище Фрэнк, ты что ли это? Ты ли это, да? Ну, так. Так, мне... Ну, смотри, норм мне. В принципе, экзачи тоже ложатся. Как бы не такие они уж и тут жесткие. Серьезно. Не такие уж они жесткие. Вопрос только в том, что пока я их вот так вот медленно в головушку бестолковенькую убиваю, они, скорее всего, отрезаться успеют заново, да? Этот уже, он, блин, покрасился. А, и пуля тем более проходит на вылет, кстати. О, привет. Ну иди сюда, что ты там, блядь, лазишь? Шмара, блядь. О! Ну иди, иди сюда, ебать тебя. Чепушила. Ну. Чё, блядь? Покричал и побежал. Хер голландский. О, ты прибежал наконец-то, да? Шахтер пришел. Так, мужики, сейчас я перезаряжусь. Не расходитесь. Я перезаряжаюсь. Блять, рестарт через 15 минут. Ну пипец, охрененно. Блин, я просто вот этого дурика, блядь. Сейчас я их 15 минут тут пизжу-пизжу. И ничего не залутаю еще, да? Будет прикольно. Стороны мне с них лутать и куда чё ложить. Дружище, Франк, ну ты хоть постой на месте. Не бегай ты так, блин. А? Ну, ночи, походу, тут не темные нихера. Так, вас двое осталось. Но этих таких более-менее медленных в лесу Камышова. А ну да, возле камышей есть олени.
Сука ты. Ну хотя ты уже покрасился, тебе походу маленько осталось, да? Блять, уже заново рисуются, да? Сука, эти мудни заново отрезались. Пипец, блять. Кровосос альбинос. А чё мне с тебя можно? О, нихуя себе. Да тут сочно прям. Так, вот эту говнище я выкину. Еще один, блядь. Кровосос альбинос. Бля, я даже не знаю, мне может быть с этого свалить. Даже не то, что свалить. А прям свалить. Бегом побежать. Блядь, я хотел тут это лутануть. Ну, у зомбаков, скорее всего, глушаки будут только. Так, а эти, походу, неубиваемые. А вот у контролера что будет? Мозг его. Бля, ну ты по-любому будешь задней части дороже, чем задняя часть плоти стоит, да? Ну, чё, ну что тут можно сказать? В принципе, эта херня несложно убиваемая. Просто она долго убиваемая. Вот и все. Вот и все, что можно тут сказать. Так, раз, два, три. Если я сейчас спущусь на утек, то мне... Блять, мне просто хотелось это... Норка. Вот так хотя бы. Чё, тебя тоже еще разок убить? Оружие хотелось тут лутануть, блин. Рюкзачок какой-нибудь. Лутануть бы. Так, а что вот в этих? В зомбированных. Ничего нету. Блин, там что-то вот лежит в этом. Давай мы пока обойму зарядим. Возможно, после рестарта они здесь появятся не сразу. И мне удастся здесь что-то все-таки отсюда вынести. Может, просто у вас
Еще по разу ёбнуть. Блять, там еще бежит. Ну это коп бежит. Откуда вы, интересно? Давай, блядь, сюда иди. Жук, сука, навозный. Сюда иди, блядь. Пиздец, блядь, мудаки, мудачок. Носится. Мочи. Салат. Ах ты ж скотина. Как бы такое себе, я скажу вам. Блять, а куда б тебя? И чё это? Ну.
Ой, блядь. Хуйня какая-то. Что за... Что за... Чепушня, да? Бля, лучше бы я там эти таблетки подобрал. Ладно, хер с ними. Таблетки уголь активированный. У меня 90, сколько я там? 104 патрона насчитал. А две сотни... Две сотни я отстрелял там. Тут просто непонятно, сколько здесь этих будет тварей. Так. Один, второй. Так, кто? Экзачи. Призрак. Мочи, блядь. О. Анаюз. На маг. Кстати, на маг, магаз. А маг, о, блядь. А. Ну-ка. Тебе подходит на маг? Нет, не подходит. Но я знаю, кому на маг подходит. Мальчики. Угомонились. Угомонились, пацаны. Угомонились, я говорю. Все, блядь. Кто такой, блядь, страшный? Кто там-то кричит, сука? А? Кто тут как пухлодыр рычит? Все сюда. Все сюда. Все сюда. Все сюда. Все сюда. Слушай, ну у вас тут прям пиздец, я вам скажу, ребята. У вас тут прям... Ебать, колотить. Ебать, колотить. Ядрен батрон. Короче. А я, блядь, даже не знаю. Мне, подожди, надо делать вот так. Просто лутать, если... Бля, нихуя себе сейчас я... О! Полупокер проскочил. Но они меня не трогают. Блядь, толпа пиздец стоит. И что мне с вами со всеми делать? Дебилоидами. А? Ну, у вас, конечно, дохерища, тут я скажу, дохерища. Так, кочегар там, блядь, лезет. Ну, экзоскелет, перелазь, блядь, был бы контейнер, я бы вас в контейнере позакрывал тут всех. Так, где бы понять, что есть? Что у меня всего несколько секунд будет. Так, а вот тут что-нибудь есть? Так, тут штаны, да. Ни хера тут нету. Ни хера. А чё, чё мы, чё мы? Мол, мужики, мужики, мужики. Без суеты, без суеты, без паники. Все здесь собираемся, все собираемся здесь. Все здесь собираемся, здесь, здесь, здесь. Так, вон та палатка на проход. Блять. Предприняли попытку. Магазин коллиматор. Хуй матор. Еще говно какое-то лежит.
Так, что я за магазин-то хоть залутал? 7,92 на 33. А, под СТГ-шку. А, под СТГ это 44-я. Под тебя, да. Опа. Ничего себе. Бля, куда позаманить? Сарай вон в тот попытаться заманить вас или чё? Вы ж мне тут не дадите лутануться, да, я так понимаю? А-ха-ха-ха, или в кумырну прям херачить уже, чё делать? А вон ещё магаз там, кстати, есть. На эмочку бы мне подошел. Контрик ходит. Че скулишь, собака серая? Бля, мол, ты с мозгами контрик или без? Бля. О, залез, блядь. Чмоня. А может вы все туда залезете? А? Может вы все туда залезете? Нет, это вообще полудурок носится, блядь. Чё тебе? Полудурочный. Ну, у меня сейчас есть шанс этот залутать. Магазин там, который лежит вот здесь. Оп. Так, а с контролера что-то тут есть? А, пустой. Окей. Ну ладно. А, это на 10, а это... Это на 20, да, кстати? Ну тогда мы на 20. На 20 патронов зарядим. Блин, ну 5,56, конечно, урон-то помощнее, чем у этой. Блин. Ладно, чё. Блин, придется в кумырну бежать. Придется бежать в кумырну.
Там СВД-ха, что ли, лежит? Или чё? Блять, это тозовка с прицелом. А у меня, кстати, у меня под тебя есть кое-что. Сука, я сейчас с тозовки вас похерачу. И посмотрим, как вы, как вам понравится. Очередь. Полуавтомат. Прикольно. Бля, сейчас закончатся уже патроны. Все. Закончились патрики. Чё, прицел? А чё, почему ты мне пишешь, что ты заряженная? А? Ты не заряженная, да? Прицел какой-то там. Какой-то там прицел, 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 прицел. Так. Тогда вот так. Ну-ка, а чё с этого? Ничего нету? Блядь, смотри-ка, с него башка. Вместо чего тебя взять? Да не место... Места нечего мне тебя брать просто. Просто места нечего тебя брать. Кодлок. А. Серп. В топку хотя бы эту возьмем штуку. А это 4 на 4. Даже не знаю. Что, сюда не ставится? Блин, ну как так-то? Как так-то, а сюда? Ёптыть. А сколько ты... Ого.
Здоровый какой. Подожди, а у меня что, два на... Нет. Так, кумырна где? Вон там. Так, мне надо как-то этих чудо-юдиков поразманить. Так, там винтовка лежит какая-то. Да-да-да-да-да-да. По пизде, еще ты там. А я в кумырну побежал. Что, это за мной даже не бегут, что ли? Интересно. Они меня потеряли, короче. Буханка. О, холикраш прямо здесь. Интересно. Интересно. Что здесь есть? Ты кто такой? Ты кто такой? Ремешок для очков ночного видения. Ого. Вот это да. Нарукавные повязки. Хирургические перчатки, шапочка медика, бандана. Так, что это у меня? И в смысле, я ее продать могу, что ли? Ну-ка. О, блядь, я могу продать то, что на мне одето, кстати. Прикольно. Маски. Рубашки. Сука, он еще и... Так, толстовки, жилеты, куртки, штаны. Форма сталкера. О, блядь, я могу их продать. Но не, ты. Ну уж нахер. Ботинки пустыни. Черные, зеленые, синие. Ага. Не помню. А, не помню просто сколько слотов в этих штанах. Помню. Ну, то есть его найти можно. Так, а тут трекинговые ботинки, штурмовые ботинки, плечевая кобура, кобура, съемные карманы на 24 ремни, тактический ремень, такой ремень. Так, рюкзаки, боевой рюкзак. Угу. Так, это рабочий рюкзак, поясная сумка, большой охотничий рюкзак, ага. Это я примерно знаю, что в тебе. Так, и это на 90, а это, по-моему, на 126 слотов должен быть. Так, рюкзак охотника, это на мне сейчас одет. Так, ладно, я примерно по... Так, ты строитель, по всей видимости, да? Так, что это у меня? Компас. Ну, давай продадим. Топорик, боевой нож. Нет, это я продавать пока не буду. А, электроника, батарейки. Купить можно, да? Так, переносную рацию. Очки ночного видения 100 тысяч стоят. Учитывая, что здесь днем светло... Мне ваши очки ночного видения за 100 тысяч нахер не нужны.
Ебать, капкан нельзя купить, но зато за 500 этих готовы купить его. Кастрюля, хлорные таблетки. А чё никто не покупает эту сковородку? Скотч готовый купить у меня за полтинник. Бля, я походу самое дешевое все пособрал. Коробка гвоздей, ничего себе, бля. Вот надо было что собирать, сука, гвозди собирать надо было. Подожди, кодлок. И вот эта херня, кстати, стоит прилично. А вот это большая палатка. Ебать, ничего себе, сколько ты стоишь. Ну, вот это я продам, потому что, ну, как бы я сейчас просто стройкой заниматься не собираюсь. О, если бы я бочку дотащил, я бы мог ее за 3500 продать. Ага, если бы дотащил. Фекалист, да? Скотч давай продадим. Так, оборудование для стройки. О! Ой, блядь, как хорошо, что я тебя не потащил. Ты стоишь, всего стоишь. Wood Storage. Десятку. За десятку купить, за сотку продать. Но это... Ну это не серьезно, реально. Ну как? Что за... О, ведро сатен тоже стоит. Хорошо. Просто с ценами ознакомиться. Семена. Томат, перец, кабачок. Тыква самое дорогое, да? Лучше тыкву собирать, получается. Мишки. Все четыре медведя по косарю. Тоже нормально. Стройка первый уровень. Это второй уровень, стройка третий уровень. Инструменты смол. Так, топорики, боевой нож. Все, спасибо. Есть вояка тут стоит. Хорошо. Так, что, кастет, труба, бейсбольная бита, бита с гвоздями. Давай, пистолики. Сигнальный. А, не, мне пистолеты не интересно. Стой, подожди, надо вот эту вот херню, блин. Вот этому прицел оружейный продать. Так, это подожди пока. Прицелы, вот. Ого. Охотничий 5500, ПУП, РВН 2000. Так, РВН. Это на эту полю идет, на Мосинку и на эту. Продать не нужен. Охотничий. Тоже не очень. Так, прицел РВН. А почему я этот не могу продать? У меня больше тут... Что, все что ли? Вот я... Подожди, а кому я могу этот прицел продать? Токси-гранаты. Блин, ничего себе. Я такой прицел здоровый и смачный нашел. И я... А, может я его смогу на этой продать? На Зеленой горе, кстати. Как варик, да? Как варик я могу, может быть, его на Зеленой горе продать. Потому что здесь я и часть этих продать не могу. Если только Зеленая гора меня выручит. Спасет, иначе. Черт знает, где продавать. Так. Так, ты что у нас? Какие патроны? МП-7. Не знаю я, какими ты стреляешь. Или не помню. Чего? 4. Короче, это какая-то херовые какие-то патроны, походу, да?
Так, эмочка. А ты без прицела вешаешься. Тогда РВН продадем. Вот эту штуку. 9-19 сейчас разрядим, тоже продадим. Блин, я вот даже не знаю, ты... Калибр у тебя такой интересный, прям патронов. Что с тобой делать? Что с тобой делать? Так, продать. Так, вы все магазины, пистолеты. Так, магазины ПП винтовки. Так. А, это нет. Вот этот продать. Магазин к кому? Так, ты продать. Магазины, дробовики, ружья тут. Ничего этого нету. Магазины под пулеметы нету. Цевьё. Приклады. Так, прицелы. РВН продать. Так, глушители. Под что ты подходишь? А, вот, вот этот точнее. Ножи. Так, патроны штучно, патроны. Так, 308 нет, не трогаем. Блин, он... Что-то как-то он это... Не особо хотит что-то у меня покупать. Так, пестики. FN. FN. FNC. Что это такое? FN, FNC. А, 5.56 стреляешь, но это не то, значит. Это значит не то. Это ружья, дробовики. Пистолеты, пулеметы. Так, вот автоматически. КАМ. М16. Так, ты. Ты, блин, дороже всего пока что стоишь, да? 50 тысяч. FN Scar на 308 50 тысяч стоишь. Галиль. Угу. Стоишь 20 тысяч. Так, что такое? FN PU. Шкока. 150 ppf вот это стоит. Серьезно, что ли? Что, серьезно? Вы прикалываетесь? Как такая херня может 50 тысяч стоить? Так. Ага. 7.92 на 33. Ну, как бы, вроде помощь. Она должна помощнее быть, но. Какой с. Так, ладно. Угу. Причиной выступало то обстоятельство, что уже существовал патрон повышенной мощности Маузер 0.305 7,92 мм, который мог использоваться для стрельбы из всех винтовок и автоматических винтовок, применяемых в стране. Тем не менее, опыты с укороченными патронами продолжались. Я продам котя, наверное. Как бы для меня ты оружие незнакомое. Для меня ты оружие незнакомое. Как в принципе и
Вот это балалайка для меня, оружие незнакомое. Кам. Тебе я тоже продам здесь. Ты мне послужил. Спасибо тебе за это. Так, кам продать. Ларка на 308 и такая дешевая, десятку стоит. Так, ты, вот эту тебя оставим, а тебя тоже продадим. Тебя спрячем наконец-то в карман. Так, разряжаем тебя. Блин, херово нету, что кнопки. Вот очень херово, что показать, типа, что на продажу. Что ты с СВДХ стоишь, Козлевич? Так, а в диких кабанах? В этих мутированных. Мясо, да есть у них там? Что-то я забыл, блин. Так, отток. Ой, тут отток только на вот такой, да? Патроны штучно. Патроны коробками. Подожди, а он почему только... Восемьсот. Охуеть. Все, по три. Ёб твою мать. Слушайте, так тут вообще невыгодно патроны продавать. Пипец, блядь, нихуя себе. Слушай, у меня же еще есть 7,62 на 39. А по сколько штук ты продаешь их сразу? Прикольно. Но вот эту он у меня не принял. Я тогда заряжу обратно. То есть он не купил. Ни то не купил. А чё, кто здесь, где, блядь, ходит? В смысле, Тарк ходит здесь? Серьезно? Здесь ходит Тарк? Магазин. Стоп, а почему он магазин под КМ не купил? Он же у меня под КМ магазин и брал. А, вот. Раз, два, три. А, вот и под СТГ можно продать. Ой, давай вместе с патронами продам, чтобы не это.
Так, и сейчас мне надо купить под М-ку. Уже поношенная стала. Под М-ку. Патроны. Так, тут есть магаз на 40. Слушай, магаз на 40 стоит копейки прям. Купить. Теперь патроны будем покупать. Патроны штучно. 800 коробки стоит и 800 так. Интересно, так, давай вот купим так в коробке и в коробке купим. Чем они отличаются? Так, это 308. 40 штук. Все, вот так вот добавилось 40 штук. Значит, он и продает по 40 штук, получается. А сколько в коробке? А в коробке 20 штук. Отлично. То есть получается, меня сейчас обманули. Так лучше поштучно брать тогда получается. Коробки 20, блин, этих штук. Вчера себе там тарк ходит. Ну, я сейчас на контейнер залезу, с контейнера его расхерачу. Надеюсь. Сюрпризов здесь просто полно. В плане всяких животин и прочей нечисти. А, речный ствол. А, подожди, а ты... Цевьё, приклады, прицелы, ножи, фонарики. Так, цевьё, приклады. Слушай, значит, ствольная накладка не продается. Сюда. Тарк, потерпи маленько. Сейчас я приду. Сейчас я приду. Что ты там, блин, буянишь? Только тебе не понравится мой приход, скорее всего. Так, ну что, надо тогда еще купить этих патронов штучно. Патроны штучно. Вот 800 и за 40. А здесь 800 и за 20 в коробке. Нормально вообще, да? Почему на землю были сброшены? А, понятно. Ну, давай еще купим еще. Не надо сбрасывать на землю. Так, оглушитель. Так, под тебя же стандартный, по-моему, идет глушитель, да? Под М-ку. Фонарик, патроны штучно. Так, окей. Глушитель стандартный. Купить. Полюбасу в сковородку улетел. Опа, угадали. Так, денежка сюда. Патроны сюда. Так, ты у нас сковороды покупаешь? Химсвет. Давай продадим тебе химсвет. А зачем я купил его, блядь? Ну, ёптыть. Кастух. Блин, а чё какого? Почему...
Какого хрена у меня этот не хочет покупать? Ну-ка, а чё, кстати, по это? А где я тут автомобилиста видел? А вот он. Чё, ты же автомобилист? Колесо. А, это колесо. Запорожец. У-у-у. А что еще есть? Сарка есть. Волга 200. Москвич 250. А, да, 175. Так, Нива. А, это, да? Понятно. А, такая залям. А, это двери уже все, да. Ага. Так, что такое? Бобик полицейский. 480, 650, Хантер. Ну, не сказать, что и такие цены-то охрененно дорогие, да? 5800 УАЗ МЧС. 500 тысяч ГАЗ 51. 9 лямов ГАЗ кузов. 10 лямов. 10 лямов, да. ГАЗ 66. Холикраш где-то там падает. ЗИЛ есть. УАЗ Буханка. УАЗ Патриот. А, так, бензовоз. Ёп, твою ж мать. Гюнтер, БМВ, МС-3, Победа, ого, ГАЗ, Урал, БТР 25 мультов, запчасти, все, ну, не сказать, что такие уж прям лютые какие-то цены, да? А, я еще в безопасной зоне нахожусь. Блин. Я-то думал, я на контейнер залезу и его откукин-квакин. Блин, я бабки забыл положить оставшиеся. Сука. Так, ну Тарк вообще, по идее, должен быть агрессивным, он должен нападать. Ладно, погнали. Мне надо на тебя как-то на понаохотиться. Вопрос только в том, достаточно ли это высокое для Тарка, чтоб меня не достал он здесь. Блин, теперь мне надо его шмальнуть. Я его не вижу. Он сбежал, наверное, уже, да? Пока я... А, вон он.
Попал я, нет, нет, рядом. А это вообще тарк или камень, блядь? Как вошел? Сука, он походу уже куда-то дальше убежал. Так, а тут вышек. А, вот он ты. Так, если я к охотничьей вышке побегу, она на территории этой находится. Там туда дальше, да, она находится вон. 155 метров. Я ж там-то смогу его оттуда отщелкать. Только мне надо его подманить. Непонятно, с какой скоростью он бегает. Так, вышку вижу. Еще бы теперь тарка увидеть. Заткнись, петушочек, дружочек, петушочек. Сука, что из вас тут тарк? А вот он ты, да? Вот он ты идешь. Ладно, пока я тебя вижу. Блин, я его не зацепил. Так, ладно, давай. Дубль 2. Погони за тарком. А, вот он. Что он такой маленький отсюда кажется, блин, серьезно. Блять, мимо. Все, попал. Блять, а ты что, не бежишь, что ли, за мной? Ах ты ж скотина. Ах ты ж скотина. Он пытается просто там медленно... Подожди, а может он не агрессивный или что? Или он меня не понял, где я нахожусь? Интересно, конечно, просто в лобовую-то не хочется сталкиваться с незнакомым противником. Так, давай мы, во-первых, это... перезарядимся. Так, ты, короче, сюда встань. То он, может, как олень шугливый, я, блин, от него в кусты, а он от меня. А не, вот он, смотри-ка, он, падла, в траве прячется.
Слушай, он походу какой-то это. 3. Четыре. Мимо. Он без агрессии, что ли, или чё, блядь? Типа, всё, что ли? Типа, как мутированный кабан? А это то... Точно тарк. Я думал, вообще не тарк. Так, а где нож у меня? Я его не продал случайно? Ну ладно, я. Что они мне казались больше, эти тарки. Как-то странно. Хер с ним. Зеленой горы. Так, жбан тарка. Ох ты. Жбан тарка, сколько места это занимает. Так. И что придумать? Для жбана тарка. А чё придумаешь? Ничего не придумаешь. Это вот сюда. А жбан вот сюда. Только если. Так, патрики сюда. Башка сюда. Так, а чё это у нас? А, подожди, ещё рога тарка. Куда я вас все прятать буду? Так, ладно, ну рога тарка куда я знаю? Рога тарка я как бы там прикинул. Принашел место для рогов тарка. Так, а что в сковородке у меня, кстати? Ничего, да? Вот самое место под вас. Так, осталось теперь проверить, а можно ли тут... Можно ли тут питаться салом? Салом. А, ну, кстати, похоже, что можно. Пошли тогда. Сальце пожарим. Ищем о нем. Я-то думал, там тарк такой же агрессивный, как, в принципе, встречался мне раньше. А он такой не агрессивный. А он такой холодный, как айсберг в океане. Вопрос только, блин, ну я вроде у этого же не видел, чтобы он Лебедев покупал части скелетов. Ну, точнее, части мутантов покупал Лебедев. Потому что будет обидно, если покупает Лебедев. А я, блин, таскаюсь, пытаюсь их донести до Зеленой горы. Это я впереди слышал хеликраш.
Один, два. А вон коза. Так, он сказал мне, что спрятал где-то в квартирах сейф с хорошим оборудованием. Несколько дней назад он забаррикадировал все здание от зараженных. А, чё? И чё мне там что, типа скажи, лом надо с собой будет, да? Раз, два, три. А раньше я жил в одной из квартир в Централ Высотова. Пожалуйста, проверь, если Юрий от Высотова. Чё? А, ну Высотова я примерно понял, где про чё он базарит. Так, стоять, штурман. А, вон четвертый ходит. Друг, вставай, стоять. Чё, у меня эмки уже пиздец, что ли? А, у меня же она и была поношенная, я что-то думаю. Чё, мне типа эмки пиздец. Так, а вон... Блять. Три. Ты ёптать. А почему тот с одного упал? Два. Чё у тебя? О, годные патрики. Так, ну ладно. Вы там съебались. Пока шуриком, да? 80. Нормально. БРБ на Вайга. И на этом все? Все, что ли, да? Так, а это что такое? Подожди. Что такое? Комбата лифт на 30. А у меня на... Это что, штаны или что, блядь? Штаны на 30? Так у меня тоже на 30. Лучшее утепление? Тогда... Ну, если лучшее утепление, то тогда, конечно, возьму. Картина, блядь. Опа, полевый рюкзак. Ну ты на 90, этот на 80, и плюс рюкзак. Блин. Сука, а картины с... А. А. Ага. Так, а ты что, броня? Мультикал. Пиздец, ну тебя можно одеть, конечно, вместо жилета. И повешать всякую балду на тебя, да? Подожди, картины. Я у кого видел? Так, а сколько ты места занимаешь? Вот так вот, как башка Тарка.
Что мне тут можно выкинуть, чтобы тебя взять? Конечно же, картину. Конечно же, картину выкинуть, да? Не ценим мы искусство. Шлем на голову. Так, либо я просто беру рюкзак в руки, да? Просто рюкзак в руки. И действую как... настоящий хомяк. В случае опасности я буду сбрасывать его и доставать. Так, Высотова. А где тут Высотова вообще отсюда? Маркер 2. Так, Выш. Козловка. Выбор. Лопатина, Вавилова. А где Высотова, ебать его? Мышкина, Козловка. Черт, чел, куда ты мне координаты эти скидываешь? Так, куда я бежал? Кумырно. Ба. А, вон туда. Побежали. Надпись. Ну, это мелочь, на самом деле, это фигня. Блин, мне просто непонятно, что здесь онлайн-то такой низкий. То есть, что здесь такое, такого? Такой онлайн прям... Точнее, никакой онлайн. Так, ну тут тоже мадам стоит. Подожди, это... А вы что-то... Вы что, вы, блядь, одно и то же покупаете, что ли? Серьезно? Я ебу, али-бабу. А серьезно, что ли, блядь? Ёб твою ж мать. Не, ну, по крайней мере, я рюкзаки вам продам. Блядь. Ё-моё. Я ебал. Я если бы знал, что ботинки по 4000, я бы тебе все ботинки собрал. На корабле. С ремни, рюкзаки. Ну, я могу два рюкзака продать. Так, вот охотника я продаю сейчас. Слушай, ну... Это что, лебедь, что ли, покупает? А, МКшка. А, серьезно? Лебедь, что ли, покупает эти только рога, блин, тарка? Ну, пиздец. Как? Почему я у лебедя их не видел? Угу. Веревка 500 стоит. Ёптать. Так можно из кишок делать веревок. На веревках подниматься, блядь. 100 рублей картина? Не, нахуй. Картины не берем. Ну, хоть это... Недалеко пришлось тошиться. Цену, чтобы узнать. Вояки. О, хелик. Где-то вон там. Где-то вон там хелик. Он даже два, блядь, хелика пизданулось. Хер его знает, короче. Направление вон туда. А туда это куда? Ну, это в сторону Зеленогорска, по-моему, туда направление. Так, чё ты? Чё ты мне тут предложишь? Типа, чипсы себе оставь. Так, кстати. Лариса Ивановна. Ой. Приятно познакомиться.
Бля, Лариса Ивановна. Ой, спасибоньки, ёптать. Лариса Ивановна. Как же вы меня спасли. Я думал, уже реально к тому придется бежать. Твою ж медь. Лариса Ивановна, я вас люблю. Я вас просто обожаю, Лариса Ивановна. Смотри, кишки, блядь, лежат. Шкура. А шкура лени, что ли, не берут? Подожди, мы вот так делаем. 2000 рублей зарабатываем. Показываю, как. Кишки. Сделаем веревку и все. Же она. А там разве не было? А там, по-моему, медика не было, да? А кто там стоял в этом в гараже с этой? Там стоял строитель, да? Строитель там стоял. А здесь кого-то не хватает, а тоже получается. Там строитель стоял или? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А там пять было, по-моему, только, да, этих чупа-чупсов. Почему шкуру никто не принимает? Лариса Ивановна, ты шкуру оленя берешь? Мясо, части животных. Подожди, а сколько кишки стоят? Кишки сотку стоят, смотри. Даже невыгодно. Части мутантов. Так, а что самое дорогое? Основная голова. А что, есть еще не основная голова химеры? Естественно, вы меня, конечно, уже напугали. А чё, просто голова, нельзя было просто написать, блядь, голова химеры. Серьезно, то есть? Ёб твою ж медь, вот так, это под аук, кстати, штучка. Так, 5,56 на 45 мне нужны. Охуеть, шлема какие. А это... Пиздец, чел. Похоже, человек не знал, где это продавать. Так. Это... Тоже 5,56 на 45 стреляет. Ну-ка, стой, подожди. Так, 308 пригодятся мне. А вот это вот нет. Это нет, это нет. Это на 20, на 20 нет. Не нужно будет мне. Северск, по-моему, 9-19 стреляешь ты. Так, штаны. Боевые штаны. Ну-ка, барышня, вы. А вы не хотите боевые штаны купить случайно? Очки. Мешок для очков ночного видения. 2000 стоит. Человек, почему ты его не продал? Штаны. Вот, боевые штаны. Продать. Чудесно. А, форма сталкера. Так, нет. Обувь нет. Прочее. Ремни. Рюкзаки. Рюкзак на 2200. Продать. Отлично. Мусорка. Мусорка — это ценный клад. Так, сколько ты вешаешь? 14 килограмм. Ты вешаешь 14 килограмм, а этот вешает 11. Здесь сингл маг. Тактикал ю поч, мед поч. Ладно. А, ёпты, ты без, ясно. Один патрон там всего. Чё, ПНВ цепляется, цепляется, все.
Все нормально. Можно одеть. О, я этот прям. Так, тогда мы тебя вот сюда выкидываем. Тебя сюда выкидываем. Подожди, а почему? А, ну патрики не продали по причине того, что они дешево стоят просто. Вот и все. По этой причине патрики не продали. А почему автомат не продали? Вот это мне, кстати, интересно. Так, можно АУР продать и... Так, автомат не продается, значит, сюда. В мусорку. Так, ты... Так, Вайга. Буду ли я стрелять с Вайги? Вопрос, да? Ну, если что, я... Так, нет, этот нужен. Всё. В принципе, он и не так дорого стоит-то. Барабанный магазин Вайга. А, веревки, веревки. Так, магазин под АУР. А нужен ли ты мне вообще под АУР? Ну и сам АУР, нужен ли ты мне? Понятно. Магазин под АУР не продает. Не продает. Окей.
А, это можно продать, у меня же шлем. Тактический шлем продать и этот. Ну-ка. Можно ли тут что-то на эту штуку одеть? Найти точнее. Маски, рубашки, свитера, жилеты. Так, охотничий жилет, куртки. Так, съемные карманы. А, но это не то, это не то. Сумка на пояс. Это вместо этого тактического, да? Ну-ка, давай купим тебя. И что? Все равно у меня тут ничего не этовается. Ну, кстати, вот дополнительный слот появился. Так, тактический ремень. Блин, непонятно у кого это купить или продать. На различное оружие наклеить можно. Да уж. Прикольно. Так, ладно, я предлагаю на этой сейчас закончить. Продолжим уже в следующей серии. Да, продолжим. Именно продолжим. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.